А я принес здесь сюда для вас. Все меньше мест остается в гостиничном комплексе «Волга». Девушки и юноши нашего города собираются услышать Есинея Навара, кубинского исполнителя русских и зарубежных хитов. Узнаем, как это будет. Как-то, ну, никогда не был в Костроме, сперва сказали, что да, очень интересный город, и, ну, реально очень интересный город. Я смотрю, вью, я просто, ну, в кайф, очень красивый город, я себя чувствую здесь как дома. Вообще меня встречали очень-очень-очень хорошо. Спокойный человек в этом тема, но смотрят мой возраст, рано женился и счастливый, как женатый человек. У меня есть жена, двух ребенок, и я счастлив человек. Смотрите все Clash TV.